Болтон Вилледж. Город порока. Даже если и руками полиции. Детектив Уильям Джеймс Таггер принес клятву защищать граждан Нью-Йорка. И он нарушил ее. Штат найдет веские основания судить его за убийство Майкла Тавареса. У меня все. Спасибо, Ваша честь. Мистер Дэвис. Ваша честь, какое же это убийство, если в обвиняемого стреляли? У убитого было оружие, Ваша честь. Что вам налить? Ничего, спасибо. Куда катится этот мир? Как вы знаете, очень многие в этом городе винят во всем такого уважаемого человека, как вы. Но я не из их числа. Ваш босс, комиссар полиции. Настоящий осел. Я пришел обсудить дело Таггарта. Да что тут обсуждать? Дальше предварительных слушаний не пойдет. В том-то и проблема, сэр. Толпу перед зданием суда будет трудновато убедить в том, что это не было убийство. А по мне так все просто. Еще одним убийцей и насильником стало меньше. Да, но Майки Тавареса признали невиновным, сэр. Он нашел лазейку в законе, но мы знаем, что он изнасиловал и убил Есению Борде. Но суд считает иначе. А вы у нас просто весельчак. Я считаю Билли Таггарта героем. А я люблю фотографироваться рядом с героями. И хочу, чтобы Стейтен-Айленд поддержал меня на выборах. Сегодня утром обнаружился свидетель, сэр. Решение судьи почти у нас в кармане. Только вот у него есть улики. Где они? Временно изъяты полицией. Свидетель? Мальчишка. Все законно. Его мать нелегалка? Выясните, что ему нужно. Очевидно, справедливость. Ну, ее не бывает. Ну, а вы чего хотите? Хочу помочь своему городу, сэр. По мнению суда, штат не смог предоставить убедительных доказательств, что это было убийство, а не самозащита. В связи с этим с подсудимого снимаются все обвинения. Он свободен. Заседание закрыто. Детектив, прошу простить. Шеф Фэрбанкс вызывает. Вот наш герой. Здравствуйте. Господин мэр. Билли. Здрасте, шеф. Присядь, Таггарт. В чем дело-то? Садись. Не обращайте внимания. Мы договорились, что он сегодня в роли плохого копа. Вы меня допрашивать будете? Нет, нет, нет. Я просто хотел побеседовать. И заверить вас, что лично я вами горжусь. Город в долгу перед вами. Вы в моих глазах герой. Благодарю. Вот что, Билли. Появилась очень нежелательная улика. Если они узнают, нам придется тяжело. А сейчас нам ну никак. Нельзя этого допустить. Так что... Вы уволены, детектив. Есении Борре было 16 лет. Да, но Майки Тавареса оправдали. Но это была ошибка. Так ты решил исправить несправедливость. Шеф, вы знаете, что я не злодей. Отлично, господин мэр, продолжай в это верить. Одни войны мы принимаем, но от некоторых мы должны уклоняться. Мэр... Сейчас война нам ни к чему. У меня отличная память, сынок. Если решишь сменить номер, не забудь нам сообщить об этом. Ладно.
7 лет спустя. Кандидат Уолл-стрита. По крайней мере, в этом обвиняет его соперник, член совета Джек Велли, давший интервью нашим корреспондентам. Какого хрена, мужик? Что? Эй, что у вас тут творится? Спокойно, все нормально. Он на меня напал. В чем дело? Ах ты, гад! Прекратите! Нет, не надо! Нет! Сволочь! Хватит! Где моя камера? Красотка, улыбнись, пожалуйста. Спасибо. Сукин сын. И словно в первый раз все отрицали, что что-то происходит. И когда-либо происходило. Дурацкий отрывок. Надоел. И когда-либо... О, боже, Билли, что опять? Ладно, ладно. Когда ты прекратишь, Билли? Что именно? Позволять делать из себя отбивную. А ты не любишь отбивные? Я не ем мясо. Ну как-то же нужно получать белок. Вот придурок. Ты выбрала платье для премьеры? Завтра. А мне оно понравится? Думаю, что ты одобришь. А Райану понравится? Не знаю, его вкуса мне неизвестно. Да ладно, он же ест тебя глазами. Почему ты это видишь, а я совсем нет? Потому что ты видишь в людях только хорошее, вот и все. А сам-то ты? Я вообще не вижу в людях ничего хорошего. И даже во мне? Ты исключение, и знаешь это. Но я ведь актриса. Вдруг тебя обманули? А я детектив. У тебя нет шансов. Всего через 8 дней жители Нью-Йорка отправятся голосовать. На данный момент в предвыборной гонке член совета Джек Вэллиант опережает нынешнего мэра. Давайте разберем цифры и обсудим возможную победу Вэллианта. Нет, Том, нет. Не пара недель, несколько месяцев. Саймон Кауэлл еще вел американского идола, когда мы работали. В смысле, чего я хочу? Я не на латыни говорю, я хочу оплату. Денег. $5,500, Том. Алло. Алло. Убогий трансвестит. Алло, Гарри Лаймана, будьте добры. Да, подожду. Как говорит твой брат, выбиваешь деньги, Кэти? Просто напоминаю должникам, Билли. А все потому, что ты не берешь плату вперед. И как успехи? А помнишь свою теорию, что пока тебе кто-то должен, ты не банкрот? Мы банкроты. Ха-ха. Да, я все еще жду. Да. Что это? Кое-кто просил передать, что найдет себя и убьет. Напомни ему, он должен мне камеру. Оу. А, только что отошел, да? Вот прямо сейчас ушел. Ладно, что же. Скажите ему, что сегодня до закрытия он должен позвонить Кэти из конторы Билли Таггарта. Или его жена узнает, что он изменяет ей с секретаршей. Как вам вариант? Надеюсь, ты шутишь. Слушай, Билли, эти люди сами меня провоцируют.
целый день. Кэти, это называется рабочие моменты. Да, скажи это поубедительнее. Сколько уже вышибло? Где-то 1800 баксов. Впечатляет. И сколько там осталось? 42 тысячи. Дай-ка мне телефончики. На. Давай так, Гарри. Я наложу арест на твою зарплату и твой гараж, пока не получу свои 8 тысяч. Такой вариант пойдет? Можно я заплачу частями? Да, тремя частями, по 26 500. Первая выплата в пятницу. Звони Кэти. Джимми, это Билли. Как дела, Билл? Просто напоминаю себе в надежде на свой гонорар. Прости, бизнес идет вяло. Трудные времена, сам понимаешь. Если мог бы, я бы... Да сколько раз вы ловили его буквально без трусов? И я должна платить за его неверность? Ну, раз вы мой наниматель, вы платите за работу. Я и так пострадавшая. Почему я должна платить за него? Сколько раз вы ловили, скажите, Билл? 8, Эмбер. Всего получается 8 тысяч долларов. Вот и отправьте счет ему. Вот что, Билли, я не заплачу ни цента. Гоните мне мои деньги. Да получишь ты их. Не волнуйся. Что ты за человек? Я скажу тебе, Дэйв, тот, кто не платит свои долги, это не человек, а тряпка. Ты такой человек, Дэйв? Ладно, ладно. Постараюсь наскрести половину к понедельнику. Да, половина меня устроит. Даю Кэти. Да, Дэйв, это Кэти. Значит, в понедельник? Во сколько? Пойду проветрюсь. Ладно. Автоответчик. Это от мэра. Нервничаете? Да, наверное, бомба в заднице мешается. Шутка. Что, пожалуйста, расскажите о ситуации с Болтон Виллидж. Я считаю, что это огромная потеря для Нью-Йорка. Я никогда не думал, что мэр этого города, даже этот мэр, опустится до того, чтобы лишить крова 30 тысяч граждан Нью-Йорка. Могу заверить вас, что во вторник, заняв его кресло, я сразу же отменю эту сделку. Сроки выбраны по политическим соображениям. Несомненно, это чистая политика. И я бы не назвал Ника Хостетлера равнодушным. Всем очевидно, что его глубоко заботят две вещи. Его должность и доходы его друзей с Уолл-стрит. Вы что-то скажете жителям Болтон-Вилледж? Да, конечно. Я вас не оставлю. Голосуйте, и у вас будет союзник в мэрии. Не что сдавайтесь. За жалкий тип? И мы вернем этот даже город. Считать не научился. В Болтон-Виллидж всего 37 512 жителей. Что значит для них эта сделка? Вэллиант явно думает, что выселение неизбежно. Вэллиант думает. Неизбежна крепкая инфраструктура. Внимательные домовладельцы. Гарантия, что к ним вовремя придет мастер чинить унитаз или водонагреватель. Что стены дома будут покрашены, что им заменят окна. Вэллиант говорит, что Солстейн Донаган взвинтит ренту, чтобы сдать жилье Яппи. Поверь, сделка выгодна жителям Болтон-Виллидж. Она выгодна всему Нью-Йорку. По вашему известию об этой сделке скажется на результатах голосования? Ну, да пойми ты, Майк. Если читатели Нью-Йорк-Пост сделают выбор в пользу профессионала, как я могу с ними спорить, извините? Да. Вероятно, это какая-то неудачная шутка. Нет, нужно отозвать наряд. Спасибо. Ладно, Майк. Выметайся отсюда. Неси людям свет истины. Удачи вам во вторник. Да, да, спасибо. И вот. Это на машину, это на жену, это на пацана. Положи в рюкзак. Спасибо. Давай. Господин. Привет. Ты знаешь, Билли, мы очень серьезно относимся к террористической угрозе. Ясно. Даже когда она исходит от примерных католиков. Я шучу. Ты отлично выглядишь. Рад вас видеть. Видел золотого мальчика по дороге? Да, пообщались. Признаюсь тебе откровенно. Это даже немного оскорбительно. Что, когда конкуренты намного моложе? Да. Тактичность это никогда не отличался. Я не знаю, что на меня нашло. Я не то хотел сказать. Не оправдывайся, в этом твое преимущество. Скотч? Нет, спасибо, я не пью. Правда? Давай-ка тогда я налью немного и поставлю между нами как символ, ладно? Думаете, что обойдете того парня? Я рассказывал тебе про Джонни Ингрессана? Насколько помню, нет. Когда мы росли в Квинсе, этот парень не давал мне прохода. День за днем. Что я мог? Я был ребенком. Где-то пару лет назад у Ингрессана возникли проблемы с законом. История, из которой его легко можно было вытащить.
и я вмешался. Сейчас он вспоминает наше детство в тюрьме Райкерс без права досрочного. Джек Вэллиант очень напоминает мне Джонни Ингрисана. Бывал на охоте? Нет. Попробуй. Уверен, у тебя получится. А собачки там какие? Женщины зовут мужчин кобелями. Они имеют в виду, что мы недостойны их доверия, представляешь? Но собака — это и есть верность. И если мы кобели, скажи мне, кто в таком случае женщины? Ты видел течную соку? Она трется о траву, чтобы хоть на миг удовлетворить похоть. Только дай ей шанс, подойдет любой кобель. Не совсем понимаю вашу мысль. Ты должен найти подонка, который спит с моей женой. Думаете, она вам изменяет? Я не думаю, я знаю. Может, тогда вам обратиться в газету? Она слишком умна. Он тоже. Он просто чертов призрак. Так может, его просто нет? Мне нужны снимки. Хочу знать, кто он. Знать, откуда он. Знать, какой у него хрен и когда кончает. Они спят в отеле или у него. И кончает ли с ним она, или, как всегда, имитирует. Я должен знать все ко дню выборов. Почему? При чем тут выборы? В Нью-Йорке могут выбрать алкаша, ворюгу, итальянца, гомика, еврея, даже черного парня. Но никто не выберет человека, которому жена может безнаказанно наставить рога. Этот чистоплюй Джек Вэллиант, может, он и не опустился бы до того, чтобы использовать этот грязный сюжетец. Но только не его команда. Что, если у них не будет свидания до вторника? Ты получишь самые легкие 50 кусков в жизни. Половину прямо сейчас. Прямо сейчас? Сию секунду. Что скажешь? Что, я согласен? Да будь то, что мне нужно. Сделаю. Считайте, уже готово. График жены можешь получить у Валери. Угу. Что-то не так? Не думал, что вы позвоните ради такого. Да. И я тоже. Да, Билли. С возвращением. Спасибо. Позавтракаешь? Ты не видел мои ключи? Они на столе рядом с твоей коллекцией соусов. В Лос-Анджелесе сможем покрутить. Вчера попался щедрый заказчик, и теперь есть на что. Да, отлично. Я напишу, где будет встреча с актерами, ладно? Нет, 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 это без меня. Терпеть не могу метросексуалов, ты же знаешь. Мне все равно, нормальный человек или гомосексуалист, правда. Но когда мужик начинает краситься и таскает с собой пудреницу... Плохие дела. Притвори, что интересно. Хоть на один вечер. Не каждый день у твоей девушки первая главная роль. Скажи, пожалуйста. Пожалуйста. Ладно. Может, ты меня накрасишь, чтобы я не выделялся? Нет. Ладно. Но мне там будет некомфортно. Дамы и господа, первая леди Нью-Йорка Кейтлин Хостетлер. Мы справились! Равенство наконец-то пришло и в Нью-Йорк. Кто-то сказал, что это плохой момент для борьбы. Что ж, я говорю, не бывает плохих моментов для борьбы за свое. Каждый момент удачный, чтобы ответить негодяям. Даже могущественным. Особенно могущественным. Тогда наша победа будет абсолютной.
и сегодня мы празднуем победу. Сегодня с открытым сердцем мы прямо скажем: это моя жизнь, и я буду любить того, кого выберу. Спасибо! Читал сегодняшнюю «Таймс»? Нет, не читал. Я читаю «Пост», как и весь Нью-Йорк. Милая передовица. Это всего лишь гламурный таблоид для богачей. Ты богат, верно, Ник? Да неприличие. Если судить по недавним событиям. Я слышал, твоя вчерашняя речь прошла на ура. Как премьера мюзикла «Мамма Мия», так что Квинс может удавиться от зависти. Были знакомые? Знаешь, кого больше всех порадовал этот новый закон? Кого? Арти. За всю жизнь он не оформлял столько брачных контрактов. Ты помнишь Арти? Каждый день вспоминаю. Вчера ты не упомянула про выборы. Аудитория была не та. Дорогая, в период выборов любая аудитория сгодится. Имей это в виду. Улыбнись. Чуть левее. Так вот какая твоя работа. Шпионить за красивыми женщинами в шикарных ресторанах? Да, если считать этот погребок шикарным рестораном. Почаще бы так. Пора отработать зарплату. Что, даже я что-то получу? Да. За вычетом звонков. Это же мой брат, что ты хочешь? Купи ему карточку. Да, знаю, ты прав. Как он там? Ну... В Синсинге добрякам вроде него приходится туго. Зачем тебе звонил мэр, Билли? Так, она уходит. Черт, что делать? На меня посмотри, улыбочку. Спокойно. Теперь одевайся. Улыбайся и болтай. У меня сердце колотится. Сумку. Иди. Угони в дверях. Впереди дорогу и смотри, куда она пойдет. Звони, как поймешь. Ясно. Все. Будь моими глазами, что там у нас? Идет по Мэдисон в сторону 45-й. Оставила подругу, взяла охранника. Иди с ее скоростью. Не больше двух человек между вами, ясно? Разговаривает, ей кто-то позвонил. Блэкбери. Раскладушка. Ага. Теперь нужно приблизиться. Добудь мне имя, место, время, хоть что-то. Ладно. Нет, нет, нет. Я понимаю, милый. Конечно. Скажи, когда. Я приеду. Это он. Похоже, договорились встретиться. Да, я понял. Да. Да, скоро буду. Ну, вперед. Мэм? Мэм, постойте. Похоже, это ваш. Вы уронили. Странно, спасибо. Пожалуйста. Кажется, она идет в Рузвельт. Идем за ней? Нет, так она нас вычислит. Надо узнать, чей это телефон. Если у парня есть Lexus, мы попали. Я его нашла. Правда, что ли? А ты думал? Это крупный улов. Насколько? Просто сказочный.
Ты где таких слов нахваталась? Я не зря хожу в Хантер-колледж. О, пардон. Это изысканное место, и у меня много утонченных друзей. Мы читаем книги, пьем вино. Правда? А тебе уже можно пить? Мне уже можно и кое-что посерьезнее, Билли. Эй, не пугай меня. Например? Мне даже можно голосовать. И знаешь, прежде чем опускать свой бюллетень в урну, весьма полезно узнать о том, что глава штаба Валента, некто Пол Эндрюс, трахает жену мэра. Не говори чушь. И он ездит на Лексусе. Круто. Это платонический оргазм, Билли. И это ты в Хантере узнала? Ты слишком любопытный. Я думаю, мэр огорчится. Какая же подлая сучка. Монтек, пожалуйста, туда и обратно. Спасибо. Продвигается гонка? Пока идем вровень. Вровень? Да. Что ты имеешь в виду? Это просто прелюдия для рывка. Ясно? В какую сторону? В сторону победы, Сэм. Я всегда двигаюсь только наверх. Правда? Слабеешь, Ник. А? О себе беспокойся, я как-нибудь справлюсь. Да, я начинаю сомневаться. Это как Гриффит и Парретт. В 62-м Эмили Гриффит и Бенни Парретт. Припоминаешь? Да. Ты парнишка Парретт, а я Гриффит. В смысле, ты гомик? Нет, я Гриффит во всем остальном. Я затаюсь. Пусть он думает, что победил. А потом 12-й раунд, Сэм. Ты ведь помнишь? Да. Сильный удар. Чтоб тебя... Знаешь, Ник, я уже 500 000 убил на твою компанию. Так что хотелось бы видеть результат. Может, все-таки расскажешь, как ты намерен победить? У нас наготове грязные сюжеты, которых хватит на передовицу всех газет. По всему городу. Что-то отдельное? Нет, не сказал бы, одни сплетни. Но осадок оставит. И тогда неуверенные задумаются, а на воскресных дебатах я возьму их за горло. Хотелось бы, Ник. Это лучший вариант. Решили, за кого голосовать? Я, наверное, не пойду на выборы. На президентский еще хожу, а так... Вообще-то не от президента зависит уровень жизни в Бруклине. Вы знаете, где я живу? Вы упомянули, что в Бруклине. Я привык обращать внимание на детали. Вы детектив, верно? Нет. Детектив нет. Они все еще так называются? Кто же вы тогда? Я в политике. И кому отдать голос? Рекомендую новичка. Да ладно, слишком чистый. В Нью-Йорке бардак и грязь. Разве так должно быть? Не, ну можно и получше, конечно, но при Хостетлере нам неплохо. Ну а вы кто? Осенизатор. Вы слишком хорошо одеты для осенизатора. Стараюсь ради женщины. Ищите женщину. Вы в местном профсоюзе? Уже 15 лет. 15 лет? У вас свое жилье? В Нью-Йорке? Вот именно. Так отчего же у члена профсоюза, и, насколько я понимаю, коренного жителя Нью-Йорка, отчего у вас нет собственного дома в родном городе?
когда у любого Берни и Гордона с долбанным дипломом по управлению, лишенных всяких моральных принципов, имеется собственное жилье. И поверьте, не одно, а минимум два в городе и на острове. Где же ваш дом? Без обид. Так у вас тут дом? Нет. Нет. Поймите меня правильно, я обожаю водичку, песочек и траву, но нет. Приятнее не сбегать из города, а возвращаться в него. Нет, почти все, кто мне дороги, живут в городе. Следующая станция — Монтак. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи. Приятно было пообщаться. Взаимно. Черт. Агентство Даггарта. Опять болтала? Нет, я тут пытаюсь спасти твой бизнес. Я редко это говорю, но ты была права. Серьезно? Жена мэра спит с членом выборной кампании. Говорила же. Скажи мэру, что у меня есть снимки. Ладно. И не виси на телефоне. Я вовсе не... Райан, без тебя я бы не получила роль. Спасибо. Это было очень мило. Смотрите, сегодня с нами гражданское население. Давай, Уильям, выкладывай. Чем ты занимаешься? Я просто фотографирую. Ничего особенного. Так, ерунда. О, черт! Ты не папарацци, случайно? Нет, я вообще-то больше снимаю простых людей. Билли — частный детектив. Бывший коп. Да иди ты, серьезно? Вы так и познакомились? Пообещал не штрафовать, если даст телефон? Да, что-то вроде. Так, подробнее, подробнее, рассказывайте. Давай, Билли, колись. Как такой, как ты, подцепил такую, как Натали? Такой, как я? А, ну не по театрам же ты ее водил. Слушайте, это ваш праздник. Расскажите о фильме, я бы охотно послушал. Нет, без грустной песни отсюда никто не уйдет, Билли. Принимай эстафету, где ты нашла этого красавца? Билли — давний друг нашей семьи. О, так вы из одного района, или... Он работал там, где я жила. И ты влюбилась в местного полицейского? Да ладно. Мы были несчастными пуэрториканцами... А Билли был добр к нам. Бароу, и вы из Пуэрто-Рико? По правде, я Бареа. Натали Бареа. Наталья. А по-моему, красиво звучит. Да. Так ты поменяла имя, чтобы играть за Англию? Нет. Я сменила имя, потому что надоело, что на всех пробах меня первым делом спрашивали, кем я прихожусь, если не Бареа. Кто это? Моя сестра. И она знаменитая, что ли? Да. Ее лицо было во всех газетах 7 лет назад. Все, заканчивай. Красивую девочку 16 лет нашли изнасилованной и избитой до смерти в Болтон-Вилледж. Билли помогал нам. Нам было очень трудно, и он был рядом. Конечно, вы любите обвинять тех, кому не нравится, что богатые безнаказанно наживаются на классовой борьбе. Хотя настоящая классовая борьба — это красть дома у своих же граждан из Болтон-Виллидж и передавать по дешевке в инвестиционный банк. Вот что такое классовая война. Может, в вашем детстве в Коннектикуте 3 миллиарда долларов называли по дешевке, но здесь, в Нью-Йорке, 3 миллиарда — это большая сумма, которая решит много проблем. При всем уважении, вы не решите проблемы, присмыкаясь перед миллиардерами. О, может, я перед кем-то и присмыкаюсь, но, знаете ли, простите, не вам меня судить. И, кстати, как продвигается ремонт в вашем особняке за 4 миллиона долларов на Бруклин-Хайтс? Вам и мой дом нужен? Берите. Я уничтожен закладной, как и все в городе, потому что систему подмяли такие, как вы. Черт, это супер. Да?
Слова цепляют. Ты перетянешь сомневающихся. Ладно. Так. Нам нужен этот эффект, Пол, в стиле... Сенатор, вы не Джек Кеннеди, понимаешь? И это нужно связать с Болтон-Виллидж. Слушай, говорю тебе, все супер. Ты видишь проблемы. Люди заметят разницу между вами. Мы слишком близко пока, Пол. Нам нужен отрыв. Он запланировал атаку на меня. Якобы я богатый пришлый кандидат. А он сам-то кто? Во вторник он лишится работы, если ты будешь верен своей линии. Проклятие! Ты не понял, Пол? Он ворюга. И мне нужно отбить удар, когда он изгаляется насчет моих фамильных денег и Гарварда и всего остального. Мне нужно втоптать его в грязь. Вы, сэр, вы ворюга и обманщик. И если он потребует доказать это, я вытащу чудесный документик, который ты обещал мне привезти, и начну зачитывать. Пожалуй, нужен перерыв. Можно тебя на два слова? В чем проблема, Джек? Рассказывай. Daily News. Вот проблема, Пол. И Post, и Times всюду одно и то же. Он нарыл на меня целый вагон отборного дерьма. Наша компания может покатиться ко всем чертям. Я думал, что все дело в Монтаке. Как дела с этим твоим источником? Я работаю. Так вот, почему ты исчез вчера на 9 часов? Он заставил нас ждать, поймал на крючок. Только вот от тебя здорово разило спиртным. Всего один чертов коктейль, старик. Так что там с нашим ответом мэру? Наш ответ – правда и факты, Джек. Это наша линия. Где наши заголовки? Вот что ты мне объясни. Слушай внимательно, не нужны нам заголовки. Не нужны они, потому что мы победили. Даже на внутреннем голосовании обходим на 3 пункта. Ты выиграл на своих условиях. Но послушай меня. Если выйдешь на эти дебаты и попробуешь отвечать ему отрицанием на отрицание, он тебя уничтожит. Уясни это. Я рад, что ты в меня веришь, Пол. Еще как верю, сукин ты сын. Может, поверишь и сам? Сделай одолжение. Займись своей работой. Достань ту бумагу. Есть, сэр. Эй, Мёрдок. Остальным-то оставишь еду? Оу, Билли, боже мой. Что ты тут делаешь? Был неподалеку. Я тоже. И сколько ты пингвинов поймал? Ты про смокинг? Что мне сказать? Частный сектор не обидел. Ты в ищейках? Нет, в охране. Видишь того парня? Это тот Ланкастер. Это мой шеф. Богатый. Его отец занимается сносом домов и видит сыночки наследника. А уж я прослежу, чтобы он с пути не свернул. Здравствуйте, господин. Тони, как дела? Харрис, поздоровайся. Это Харрис Сарджент. Вице-президент Солстон Донаган помог мне продавить Болтон-Виллидж. $4 миллиарда вытрясли из этого ублюдка. А, мистер Сарджент, очень рад. Здрасте. Вы помните моего сына Тодда? Не верю, что вы меня помните. Тодд, когда ты осчастливишь мир и примешь дела у старика? Когда я помру, а он, наконец, возмужает. Крутая вечеринка, да? Я бы баскетбол посмотрел. Этих дуриков. Тут же такие тузы. Вон, начальник полиции. Это всем известный секрет, что они с мэром не выносят друг друга. Но офицер приходит на праздники. Ну прямо итальянская опера тут. Что тебе известно об опере? Язык не особо нужен, когда и так понятно, что случится трах. Правда? Номер 5101, мистер Таггарт. Мне сказали срочно. Извини. Поцелуй меня взад. Позвольте предложить вам выпить. Я не пью. Раньше пили. Я поняла. Как? По тем 3 секундам, что вы размышляли над моим предложением. Давно не пьете? Уже 7 лет. Это хорошо. Из чего вдруг решили завязать? Чтобы удержать женщину. Значит, верите в любовь? Верю, что надо любить партнера. Вы либо дурак, либо католик. Все сразу. Ваше здоровье, мистер Таггарт. Итак, может, объясните, зачем я здесь? Меня утомило наблюдение. Простите мою нескромность, сколько вам платят за вашу работу? За какую работу? За работу на мэра. Даю $50 000, чтобы вы отказались. Это очень щедро, но у меня контракт с мэром. Порвите. Никто на это не пошел бы. А то я не знаю.
Почему не развестись? Это не то, что вы подумали, мистер Таггарт. Мне платят за фотографии, а не за мои размышления. Если для вас важны эти 7 лет жизни, если женщина, ради которой вы не выпили ни капли за все эти годы, то не надо. Если вы думаете, что расследуете супружескую измену, мистер Таггарт, то вы плохо знаете Николаса Хостедлера. Так ты видела Билли? Да, видела. Он сказал, что выполняет заказ для меня? Сказал. И упомянул, что заказ частный? Да, упомянул. Ты раньше знала значение этого слова. И сегодня это значит он эксклюзив. Убери свои загребущие лапки. Боже, Ники, ты так и не научился делиться, верно? Но не бойся, я еще смогу тебе помочь. Будь осторожней. И ты, милый. Мистер Таггарт, берегите себя. Мне нужно выпить. Ну, что там у тебя? Вообще-то, мне бы еще пару дней. Я почти уверен, что попал, но нужно время, чтобы все подтвердить. Они ведь у тебя с собой. Фотографии эти в кармане. Я же за них заплатил. Так? Так? Прожигают тебе дыру? Молодец. Все, Билли, расходимся. Эй, Райан, ты счастлив? Посмотри. Вау! Класс! Посмотри на него. Отлично. Еще раз. Есть. Видишь, как она темнеет вдалеке, и небо от земли отделяет лишь тонкая полоса. Он религиозен. Понимаю, ему нужна надежда. Ему нужно во что-то верить. Но зачем его вспоминать? Что это изменит? Мир не делится на черное и белое. Не будем о нем говорить больше. Идем. Может, вам лучше воду налить? Я же сказал, просто наливай. Билли, что ты делаешь? Нет, я просто не хотел отрываться от коллектива.
Билли, не надо. Это же праздник, да? Оно и правда получилось зашибенное. Я даже не ожидал. Очень убедительно. Я во все поверил. Правда. Извините, заберите это, пожалуйста. Нет, ты что, порядок? Билли, нет. Ну хватит. Что? Что? Ты мне обещал, Билли. Как ты мог так меня обидеть? Чем я тебя обидел? А ты знаешь, каково мне сейчас? Это не твой вечер, Билли. Я столько для этого трудилась. Для тебя это все не важно? Может, тебе надо перейти черту? Обратно к Мелиаге Билли. Все помнят, каким классным он был. Я, пожалуй, пойду к друзьям. Это к Райану? Ты спала с ним? Не надо так. Ладно, я сам спрошу. Билли, поезжай домой. Прошу. Скажи мне правду, или я тут все начну крушить? Тебе уже нечего крушить, Билли. Скажи правду. Ты говорила, это просто любовная сцена. Я так больше не могу. Ты не можешь, как понимать? Так что мы давно не вместе и всегда были порознь. Поехали домой. Нет. Сейчас. Ты меня не слушаешь? Что мне тут слушать? Ты ведь не уйдешь от меня сейчас к этому козлу. Не могу. Нат, прошу. Натали. Прости меня. Между нами ничего не осталось. Неправда. Прости ничего. Меня. Нас вместе держала мертвая девочка. Целых 7 лет. Но больше она не сможет. Нат, как ты можешь? Натали, прости меня. Нат, ты как? Нормально. Билли, хватит! Нет! Пусти его! Билли, прошу! Актеришка, ты спала с ним. Наталья. Кэти, я не могу говорить. Что? Да объясни ты, все нормально. Черт. Скорая помощь и служба спасения уже выехали. Пожалуйста, все назад. Назад, пожалуйста. Тони! Он со мной. Ладно. Спасибо тебе, Дженсен. Не за что. Нам позвонили во 2:00. Слышали выстрелы. А потом еще 6 звонков за минуту. Ограбление. Первый экипаж прибыл через 3 минуты. Труп уже остывал. И на что тянет? Пока похоже на ограбление. Кошелька при нем не было, но тут его квартира. Может, он оставил его там. Связались с домовладельцем, он уже в пути. А наличные были? Ни ключей, ни денег. Как сказал, похоже, ограбление. Когда ты в последний раз видел все вот это? Это же не ограбление. Хорошо, не ограбление. СМИ выдвигают эту версию, но это против здравого смысла. Твоя очередь, Таггарт. Ты-то во всем этом каким боком? Забавно, Билли. Я как раз хотел задать тот же вопрос. Теперь внимательно, Билли, вот что есть. Бывший детектив полиции, ставший частным сыщиком, подработавший на мэра. На кону была жизнь его матери. У него не хватало даже на билет. Это в четверг. Затем все вдруг меняется. Всего через сутки. На месте убийства того, кто помогал нынешнему кандидату в мэры. Представь себе. Все тот же частный сыщик. Объясни мне это, Билли. Это Хостетлер. Вот что ты ему предоставил. Ты сдал ему Эндрюса? Я отдал снимки. Какие снимки? Кто? Кто на снимках? Его жена. Жена и кто? Не могу сказать. Пора бы сказать хоть что-то. Объясни мне, что ты забыл на месте убийства? Был неподалеку.
Вот просто был неподалеку. Пол Эндрюс погиб. Ты хотел помочиться на него и пойти? Это явная казнь. Это, мать твою, наемное убийство. Это ты навел на Эндрюса? Вот значит твоя работа. Ты организуешь казнь? Да пошел ты. И куда? К черту. Меня наняли. Я не расспрашивал. Я отдал снимки. И пошел домой. Думаешь, я его подставил? Ты так думаешь? Я думаю, ты слишком умен. И знал, чем ему это может грозить. Черт, я был на работе. Нет, ты явно знал. Это моя работа. Извините. Убирайтесь. Дай я кое-что расскажу, Билли. Я копаю под Хостетлера. Он увидит день выборов через прутья клетки, как обезьянка. Так ты либо помогаешь, либо будешь вместе с ним сосать банановую кожуру. Что? Разрешите. Есть проблема. Что-то не так, шеф? Встань у порога, детектив, чтобы никто не входил. При всем уважении. Встань уже у порога. Тише, Джек. Что произошло? Его не опасайся, он со мной. С тобой весь город. Посмотри на меня, Джек. Не молчи, ладно? Поставь виски, Джек. Эй. Эй, Джек. Ладно. Нужно протрезветь, Джек. Закрой дверь. Все будет хорошо, Джек. Расскажи, как все было. Ты вовсе даже не коп. Ты просто шлюха. Тебе станет легче. Не переживай. Я хочу помочь, Джек. Но я должен знать, что произошло, и времени у нас мало. Ты должен говорить, понимаешь? Я все тебе сказал. Проститутка! Джек, ты говоришь, но ты несешь бред. Пошел ты! Окуни его, Билли. Шел навстречу с Тоддом Ланкастером. Тот позвонил и сказал Полу, что готов с ним говорить. Сказал, что ему очень стыдно помогать нам. Он сказал, что еще больше стыдился отца и хотел покончить со всем этим. Наверное, Пол забыл о времени. Он вдруг посмотрел на часы и... бегом спустился. А потом... больше я его не видел. Ты слышал голоса снаружи? Может быть, споры, крики? Нет. Только выстрел. Я знал, что нельзя выходить, что мне нельзя звонить в полицию, нельзя показываться. Я знал все, чего мне, Джеку Вэлленту, кандидату в мэры, нельзя делать. Ты понимаешь, что это значит, Джек? Да, это значит дать оболгать его. И значит, бросить его одного. Это значит, ты все выдержишь.
Посмотри на меня, Джек. Ты будешь новым мэром Нью-Йорка. Ты должен выдержать. Теперь одевайся, найди себе шляпу и плащ с воротником, и мы выведем тебя отсюда очень тихо. Да. Да. Холстедлер. Выведи его. Выезжаю. Как ты влип во все это? Долгая история. Дай мне день, чтобы я подготовился. А потом... Это просто кошмар какой-то. Да, трагедия. Пресса вывесит на первых страницах. Прошу прощения, сэр. Вы все хорошо понимаете. Либо вы их арестуете, либо мы вас уволим. В таком случае предпочту арест. Трагедия в Вест-Виллидж. Руководитель избирательной кампании Джека Вэллиэнта найден убитым перед своей квартирой на Джейн-стрит. Полиция допросила свидетелей, но подозреваемых пока нет. Начальник полиции Карл Фейербен, близкий друг Эндрюса, обещал дать расследованию самый высокий приоритет. Мы получили отчет из участка. Он был бы мэром лучше, чем я. Вы с Эндрюсом были вместе? Я помню одну цитату, не знаю, откуда она. Я почему-то запомнил ее. Может, прочитал где-то краем глаза. Это непопулярно и даже опасно говорить, что я любил его. Кандидатом в мэры. Говорил. Я связался с Вэллиэнтом этим утром и выразил свои соболезнования, и, кроме того, заверил, что мы сделаем все, чтобы наказать преступников и раскрыть преступление. Господин мэр, вы были знакомы с Полом Эндрюсом? Я видел мистера Эндрюса всего несколько раз. Он всегда казался мне искренним и трудолюбивым. Он любил город, любил его жителей. И моя жена вообще-то была его другом. И поэтому мы скорбим. Господин мэр, спасибо большое. Расскажите, каким он был человеком? Одну минуту. Эндрюс был из тех, кто любил и сражался, не щадя себя. Он был нам близким другом и залогом успеха нашей компании. Его будет не хватать. Можно еще вопрос? Господин мэр. Должно быть, вам очень тяжело. Вы не думали прекратить компанию? Решительно нет. Дебаты продолжатся по расписанию. И выборы во вторник. Мы не позволим бандитам лишить город демократических прав. Спасибо. Ваши следующие действия. Пол Эндрюс не спал с женой мэра. Нам нужен некий Тодд Ланкастер. Узнай все, что можно о нем, и о Болтон-Виллидж. Раскопай все о сделке. Ладно, я займусь. Милли. Ты знаешь, что не виноват. Я пойду. Ладно.
Сэр, он вошел в Болтон Вилледж. Да, сэр. Есения, покойся с миром. Кто там? О, Билли. Hola. Заходи. Привет. А где Наталья? Я сегодня один, миссис Барре. У нее столько хлопот с этим фильмом. А, да, с тем фильмом. Наталья нарядилась как проститутка. Рауль, смотри, кто к нам пришел. Кому ста, сеньор Барре? Ай, Билли, как я рад. И я. Кофейку хочешь? А, мучо густо, грасиас. Я сейчас. Отлично. Ну, какими судьбами в наших краях, м? Хороший вопрос, сам не знаю. Ностальгию довольно трудно объяснить. Да. Эй, скажи, у вас с моей дочерью все хорошо? Да. Славно. Почему вы отсюда не уехали? Куда бы мы смогли отсюда уехать? Да хоть куда, я не понимаю. Наталья не знает, как вы тут живете. Нет, что ты. Я никогда бы не бросил мою Есению. Но она умерла. Нет, Билли, нет. Нет, она здесь. Слушай, я знаю, как много ты отдал в ту ночь, но ты подарил нам всем мир. И ты воздал по справедливости, да? Я не могу даже сказать, насколько это важно для меня и моей жены. Да, вот и кофе. Билл, ты смотрел этот фильм? Поднимите руки. Кевин, оставь нас ненадолго. Спасибо, что согласились встретиться. Что вы хотите, мистер Таггарт? Понять, что происходит. А, теперь заинтересовались. А в тот вечер вам было наплевать. Пол Эндрюс был мне другом, мистер Таггарт. Можете это понять. Моим самым близким другом. И не будь вы продажной сволочью, возможно, он остался бы в живых. Но вы продались. Легко купить вас и еще дешевле выбросить. Я дала вам шанс поступить правильно. Вы отказались. Вы правы. Мои соболезнования, миссис Хостетлер. Ваш муж подставил меня. Я уничтожу его за это. Прошу вас понять меня. И я уверяю, я сделаю все, чтобы проучить подонка. Но я должен понимать, что происходит. Вас наняли не искать любовника, мистер Таггарт. Вы искали информатора. Я давно узнала кое-что о грязных делах мэра. Все, что я знаю о нем, могло бы его погубить. Я предложила сделку. Развод и достойное содержание. В обмен на молчание. Но он не согласился. Нет. Он нанял вас. Это был Пол. Пол был информатором. Пол думал, что информация поможет в моей ситуации, а я помогу ему со своей стороны. Поможете с чем? Продажа, Болтон, Виллидж. 4 миллиарда долларов, чертова прорва денег за пару городских кварталов, мистер Таггарт. Вы согласны? Да,
Они вдвое дороже. Он опасный человек, Билли. Нет. Просто умеет убивать людей. Что нашла, Кэти? Я вышла на Тодда Ланкастера. Работает в строительной компании своего отца. Называется Rockway Group. Сэм – один из главных спонсоров мэра. Что интересно, потому что сынок Тодд – лучший друг Пола Эндрюса. То есть был, прости. Эндрюс был наставником Тодда в Колумбии. Взял его под крыло, и они вместе служили в разных политических организациях. В общем, я нашла домашний адрес Тодда в Порт-Вашингтон. Но офис фирмы в Нейви-Ярдс. Может, стоит начать оттуда? Но, Билли, будь осторожен, ладно? Пола Эндрюса только что застрелили. Я уверена, что будет большая заваруха. Предварительный план сноса Болтон-Вилледж. План развития Мёрфи Парк Тауэрс. Здесь страховка есть? А второй не оставил контакты? Нет, но мы найдем. Разве это реально? Камеру видите? Как долго добывать это видео? По-разному. Есть друзья вверху? Возможно. Спасибо, что позвонили в отель Рузвельт. Простите? Отель Рузвельт. Мне нужен Карл Фэрбэнкс. Сожалею, сэр, начальник полиции не включил голосовую почту. Что-то передать? Со мной все? Да, это все.
Неудачный денек выдался? Можно и так сказать. Оставь бутылку, Гарри. Это и завсегдатай. Ты меня что, клеить пришел? А? Сказать, кто я по гороскопу? Я уверен, твой знак двуличный. Близнецы? Близко били, телец. Ну а ты? Я рак. Розвельд, да? Очень красивый адрес для копа. И даже для начальника. Разумные инвестиции. Не сомневаюсь. Мало того, что рядом с Монтаком, так еще и вдали от суеты. Ты кто, новый Рассел Симмонс? Любишь йогу и белых красавиц? Это очень мило. Поделитесь, начальник. Его жена в вашей спальне. Заигрался Билли. Я понял, почему ты волновался из-за снимков. Думал, что ты там. Вот почему пошел со мной, а не с Дженсоном. Что тебе надо? Мне нужен Хостетлер. В очередь. И я почти его достал. Нашел документы. Коробку с чертежами и планами новой застройки Нью-Йорка, которая возникнет, когда они разломают Болтон-Виллидж. Но потом меня подрезали. Да, мы нашли водителя по номерам. Кто это? Бывший коллега, Дик Мёрдок. Знакомы? Работает у Сэма Ланкастера. Может быть, и работает, но числится у Хостетлера. Еще раз? Не хочу тебя огорчать, но макулатура в твоем багажнике бесполезна. Всем прекрасно известно, что Сол Стейн Донаган снесет Болтон Виллидж. Немногие знают, что он нанял роковый групп для этого. Почему же умер Пол Эндрюс, если это ни для кого не секрет? Он чуть было не узнал все. Что все? Какое все? В этом городе хоть кто-то заканчивает предложение. Тот Ланкастер встречался этим вечером с Эндрюсом, чтобы передать ему контракт. Кому-то это не нравилось. Я сам чуть не получил контракт у Тодда, но он не хочет говорить. Боится. Да, контракт доказывает план на снос Болтон-Виллидж. Часть контракта. Только Тодд Ланкастер знает остальное. Гарри, ему за мой счет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. По местам. Эфир через 5 минут. Добрый вечер, Нью-Йорк. Это третий заключительный этап дебатов кандидатов на пост мэра. И в этот раз поприветствуем кандидатов мэр Николас Хостетлер и член совета Джек Вэлли. Эй, почем? Подъемники механические? Да. Так вот, как ты накачала себе руки. А ты думал, я накачала их, и твое эго? Поверь, мускулистые руки не красят девушек. Давай, я пойду. Что это за черт? Ну ты козел! Я не специально, пусти меня. Господи! Сломал машину, даже не тронувшись с места. Извини меня. Куда мы едем? Неважно, садись. А я что делаю? Оу, где ты взяла эти чехлы? В секторе газа? Наша администрация сосредоточится на двух ключевых принципах. Разделенная ответственность и разделенная жертва. Тех, кому повезло зарабатывать больше 200 тысяч долларов в год, мы попросим платить больше налогов. Для остальных же мы понизим налог на доход. Это приведет нас к сбалансированному бюджету и стабильному будущему. Пожалуйста, мэр. Смехотворна сама мысль, что мой оппонент хочет усилить финансовую ответственность, ведь всем известно, что он собирается повысить все налоги. Это говорит тот, чья политика стоила нам миллиарда долларов. Нет, это говорит ваш мэр, который налоги заплатил. Продав дома честных тружеников Нью-Йорка, продав социальное жилье фирме Soul Street. Я уверен, что жители Болтон-Виллидж предпочли бы повышение налогов выселению из своих домов. Я уверяю вас, Вейленд, где бы ни жил нью-йоркец, никто не хочет повышения налогов. И я тоже. И считаю, вам пора рассказать правду о сделке с Болтон-Виллидж. Правда такова. У нас 3 миллиарда долларов прироста. И теперь, наконец, мы можем дать гражданам работу. И, наконец, мы можем облегчить налоговое бремя. Вот вам правда. Нет, это неправда. Даже не половина правды. Вы заключили милую сделку с Олстон Донаган, чтобы набить свой карман. На деньгах выплатить из дефицита, порожденного вашей порочной политикой. Правда же в том, что вы лжете добрым гражданам о своих намерениях.
Состен Донаган покупала Болтон Виллидж не для сдачи жилья в аренду. Состен Донаган хочет менять силуэт города. Вот так просто. Питер, полагаю, мы дошли до клеветы. Состен Донаган за все 50 лет существования ни разу не занималась жилыми помещениями, и я сомневаюсь, что они планируют начать это. Не знаю, какими словами еще объяснить. Жители Болтон Виллидж, есть лишь одна причина для этой сделки. Это благо жителей города. Грядет новый день для Болтон Виллидж. И если Состен Донаган... Если они нарушат договор, если не выполнят своих обещаний, то я призову их к порядку. Я клянусь в этом. К большому сожалению, мэр, мы все знаем, чего стоят ваши клятвы. И тем не менее, долг покрыт. Есть другие пути к финансовой стабильности. Назовите. Помимо воровства. Я говорю, что сделал бы я. Прежде всего, я бы сделал то, что оппонент считает ниже своего достоинства. Нашел советника по ключевым вопросам. Я бы создал независимую комиссию для поиска из достойных решений. Экономистов Мы для поиска решения этой проблемы. Это они в ответе за дефолт 80-х. Нью-йоркцам нужны не комиссии, а решения, сынок. Что, по-вашему, нью-йоркцам нужно такое решение? И только один на этой сцене предлагает решение этого вопроса. А второй только вещает, как ужасна вся ситуация, это и как мало дебат, мы можем Питер, сделать. Или мы слушаем внутренний монолог Ника Хостетлера. Положение бедственно, потому что вы со свитой подмяли систему, и честные труженики Нью-Йорка понимают, что ничего не изменится. Ничего не изменится, если и дальше избирать таких людей. Расскажите, что не изменилось? Когда меня избрали мэром, этот город был банкротом. Банкротом. Шаг за шагом. Я вытягивал его из ямы. Болтон Виллидж – один, лишь один из таких шагов. Скажите, что не изменилось. Я только что указал, что у нас 3 миллиарда профицита. Да. Скажите, что не изменилось. Ни один мэр в истории этого великого города не мог такого сказать. Скажите, что не изменилось, когда вы выходите гулять по утрам с детьми и вы ведете их в парке. Бывает опасно? Не бывает опасно. Потому что я получаю ваши письма, и я это знаю. Мы с вами работаем сообща, делаем жизнь лучше. Скажите мне, что не изменилось. Мистер Вэлиант, тот же вопрос вам. Что бы вы сделали, чтобы разобраться с долгом? Мы бы... Об этом не волнуйтесь, дело сделано. Два гудка, тревога, ясно. И опусти сиденье, хорошо? Ладно. Я недолго. Знаешь, кто я? Нет. А я тебя знаю, Тодд. И знаю, что ты просто долбанный ублюдок. Это ты убрал Эндрюса. Подставил его. Ты устроил засаду. Ты заманил я его туда. Убивал. Заманил Эндрюса в засаду. Я не убивал, не убивал. Ты решил со мной поиграть? Заткни свою поганую глотку. Я не убивал, Хватит я не убивал. Хватит врать. Будешь мне врать. Нет, не буду. Будешь мне врать. Эндрюс мой друг. Эндрюс мой друг. Что? Эндрюс мой друг. Подъем, живо. Что ты там пищешь? Объясняй, что происходит, живо! Прошу, хватит меня бить! Я не знал! Я должен был передать ему кое-что. Я стоял на углу, ждал его. Видел, как он спускается и помахал, ясно? Ясно? Я должен был передать ему то, что поможет ему победить, чтобы Беллиан прижал этого сукина сына Хостетлера! Это все какой-то бред. Хостетлер — друг твоего отца. К черту отца! Контракт был у меня, и... И Пол увидел, как я машу, и улыбнулся. Мёрдок, должно быть, ехал за мной на машине. Он вышел и застрелил его. Выстрелил прямо в голову. А потом он приспокойно поехал на работу. Тодд, не надо. Посмотри. Посмотри на меня. Успокойся. Где ваш контракт? Бери. Он мне больше не нужен.
И ты сделаешь это с отцом? Да. Черт. Поднимайся. Быстро. Это была случайность. Это Таггарт, успокойся. Цела? Да. А ты? Нормально. Свидетельство о регистрации. Rockway Group. Сэмюэл Ланкастер, Николас Хостетлер. Ты узнала адреса журналистов? Да. Билли, ты уверен? Если я не вернусь через 2 часа, отправляй это. Ладно. Спасибо, что ты рядом. Обращайся. Добрый вечер. Чем могу помочь? Передайте мэру, что это Таггарт. Одну минуту. Господин мэр. Пелли, какой сюрприз. Спасибо, Валерий. Это Видик. 100 лет не включал. Куртку снимешь? Не хочу. Должен сказать, вид у тебя потрепанный. Кое-что произошло. Я рад, что ты выбрался. Выпьешь? Да, двойную. Молодец, Билли. Ладно. Так. Как там говорил Фицджеральд? Мы боремся с течением, а оно сносит нас обратно в прошлое. Салют. Не хочу понимать, о чем он. Я тоже. Чем я могу помочь? Зачем меня наняли? Остановимся на измене. Это сексуальнее. Обман всегда сексуальнее. Увы, я наелся обманом на всю оставшуюся жизнь, так что расскажите правду. Вот тебе правда. Я нанял тебя, чтобы проследить за женой. Проследить для чего? Для того, чтобы не лезла в чужие дела. Чтобы прикрыла свой рот. И не задавала много вопросов. Не брал бы ты с нее пример, Билли, а то и для тебя кого-нибудь найму. И кого, например? Мёрдока? Он вряд ли выйдет на работу. Он не мучился? Не больше Эндрюса. Жаль, что с ним так вышло.
Скажите мне вот что. Вы думали, что я дам сделать себя соучастником за 50 тысяч? И не буду задавать вопросы? И не найду на них ответы? Какие ты нашел ответы? Эндрюс был нужен вам ради Болтон Виллидж. Потому от него и избавились. Неверно. Не я. Ах, не вы. Наемник. Убийца. Этого признания не дождешься. Да. Вы мастер. Отличный план, я должен признать. Поднять цену на Болтон Виллидж ради скидки на Солстейн Донаган. Ваш новый контракт с Роквей Групп. Но никто даже не догадывается. Все, кто могли бы, мертвы или куплены. Я снимаю шляпу, вы талант. Поэтому меня и переизбирают, Билли. Я просто делаю то, что надо. Так все это было для города? Я все делаю для этого города. Город не имеет половины акций Роквей Групп. Они ваши. Вот что у меня есть. Что там у тебя? Ваша ахиллесова пята. 50% от 4 миллиардов – это море денег. Дальше будет вот что. В исходящих у меня лежит письмо с прикрепленным сканом вашего контракта. Я щелкну мышкой, и сотни корреспондентов увидят ваше имя рядом с именем Сэма Ланкастера. Вы не волнуйтесь, оригинал надежно спрятан. Подаете в отставку, тогда я буду молчать. И письмо не увидит свет. Контракт с Болтон Виллидж закрыт. Захотите снести в отставке сотни других домов, сносите, но Болтон Виллидж останется. Зато уйдете вы. Мэр, соглашайтесь на эту сделку. Контрпредложение. Увы, мне больше нечем угрожать. Мне нужны оригиналы. И все копии. Все материалы к 9 утра завтра. Меня прижать нечем. Ты проиграл. Да и ни минуты не подумал о том, почему я выбрал тебя, Таггарт. А я тебя выбирал. И выбрал. Потому что ты мой. Уж прости меня за качество записи. Это сняли на старую камеру и потом продавали по $40. Но я думаю, ты все разглядишь. Эй, эй! Для начала добро пожаловать! Да, меня зовут Дэвид. Привет! Что это за дрянь? Добро пожаловать, Болтон Виллидж! Эй, ты чего? Какого черта? Что за бредятина? Алекс! Мы тут просто оттягиваемся. Я и чувак с камерой. Да, меня зовут Дэвид, привет. У меня полный карман бабок, и мы хотим оттянуться. Сначала пойдем по обычным местам, потом зайдем в необычные. Короче, планов у нас так много. Брось пушку. Майки, давай просто поговорим. Брось, кому говорят. Эй, ты чего? Какого черта? Да черт! Валим отсюда! Брось, кому говоря! Майки, давай просто поговорим. Вспоминается, Билли? Боюсь, среднестатистический житель этого не сможет понять. Но я понял. Видишь ли, мы берем, потому что можем. Мы берем, потому что это классно. Единственная разница между тобой и мной в том, что ты попал на видеопленку. Как я уже сказал, мне нужен оригинал, все копии и материалы. Завтра к утру. Эту запись можешь забрать. Я переписал все на диск 7 лет назад. Над.
заберем, потому что это классно. Единственная разница между тобой и мной в том, что ты попал на видеопленку. Как я уже сказал, мне нужен оригинал, все копии и материалы. Завтра к утру. Эту запись можешь забрать. Я переписал все на диск 7 лет назад. Он тебя уничтожит, ты это знаешь. Знаю. Убийство нет и не может быть срока давности. Я не смогу защитить тебя, детектив. Я об этом и не прошу. Уверен? Я плачу по счетам. Дамы и господа, хоть я не люблю публичных речей, я знаю, Сэм, ты любишь дебаты. Как тебе это понравилось? Превосходно! Спасибо тебе большое. Сначала хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли. Сегодня здесь собрались мои и моей жены, добрые друзья, и спасибо. Некто более мудрый, чем я, однажды сказал, что политика — это искусство возможного. Утром Джек Вэлиант заказывал бланки, а к вечеру недоумевал, что его сбило. Он славно дрался, но он дрался с тенью. Он дрался, словно Роберто Дюран. Намасники, не бей меня, не бей. Господин мэр, да? Он сказал это срочно. Я отвечу. Никуда не уходите, мне нужно вас всех поблагодарить. Да. Это я. Билли, я не ждал тебя так скоро. Взгляните в окно, мэр. Там ваше будущее. Кажется, это за тобой, Ник. Николас Хостетлер. Вы арестованы за убийство Пола Эндрюса. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Все, что я скажу, будет использовано против вас. У вас есть право на адвоката. Если вы не можете его себе позволить, вам его предоставят. Адвокат? Когда я закончу, вас будут опознавать по слепкам зубов. Вы понимаете ваши права, господин Мэр? Вы понимаете, что это самоубийство? Если вы забыли, откуда у вас работа, то я нет. Вы правда думаете, что суд присяжных в Нью-Йорке меня осудит? Я просто полицейский. Не жди меня, дорогая. Я и не жду. Видно, мы оба ошиблись в Билли. Впрочем, вы во всех нас ошиблись. Вы думали, что Билли прогнется, что Эндрюс спит с вашей женой. А что я не сплю. Прошли тяжелые испытания за последние несколько дней. Сначала убийство Пола Эндрюса и, наконец, вчерашний арест мэра Хостетлера по обвинению в этом убийстве. Что бы вы сказали жителям Нью-Йорка, потерявшим веру в правительство? Да, в такие дни и правда. Наша вера... Рэйчел. Привет. Ну и как, справляешься? Пытаюсь. Да, я знаю. И мне того же. Завтра большой день, да? Похоже, парень далеко пойдет. За Джека Вэлианта. Хороший парень. Привет. Я тебе принесла. Что это? А ты как думаешь? Телефонная карта? Спасибо. Обращайся, Билли. Ничего, Кэти. Я скоро вернусь. Я буду ждать. Идем, Билли. Дорога дальняя.